Сара? Привет. Мне сказали, вы звали меня? Да, да. Хорошо. Вы свободны. Прошу. Спасибо. А вам подарок. Пепельница. Я не курю. Я знаю. Но мы делаем или это, или бусы, а я решил, а липоватые ожерелья не ваш стиль. Очень мило. А теперь давайте немного о вас. Мы оба знаем, мне здесь не место. Я, правда, плохо помню ту ночь. Видимо, в карцере я немного сорвался. Но, думаю, я достаточно позанимался здесь рукоделием. Хотя решать вам. Здешние врачи тоже говорят, что вы адекватны. Но беда в том, что если вы не скажете директору, кто обжег вас, он вновь отправит вас в карцер. И через пару дней вы снова вернетесь сюда. Майкл, меня совершенно не устраивает то, что вы здесь. Но позвольте же мне вам помочь. Если вы хотите выйти отсюда навсегда, скажите директору правду о вашем ожоге. Старые сдаем, новые получаем. Сосед просил тебе передать. Он в порядке, сейчас пытается заполнить пробелы. Он сказал, что пытается, или он уже заполнил пробелы? Слушай, я не помню, я не записывал. Ладно, передай ему, я забил ту нору. Да. Все, хватит с меня ваших секретов. Я видел спину Скофилда. У него ожог на том же месте, где прожжена форма охранника. Я не знаю, что там у вас, хотя и догадываюсь. Но пока ты все мне не скажешь, помощи не жди. Но я не могу. Тогда сиди тут, не скучай. Нет, стой. Манче! Кто это? Линкольн. Сам Линк? Да. Подойди. Думаю, мы договоримся.